Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Носителю имени не придется заставлять трудиться. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Главные недостатки владельца этого имени – пассивность и чрезмерная привязанность к приходящим ценностям и жизненным удовольствиям. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Впадая в гнев, они зачастую становятся неуправляемыми, фанатично защищая свои взгляды и принципы, поэтому не стоит доводить их до точки кипения. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Люди с этим именем очень лояльны, добры, щедры к друзьям и к родственникам. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.